Всем привет, ребята! С вами снова я, Даун. Сегодня мы будем продолжать убивать на серию Фридман, 11 серия. Короче, быстро нужно все делать, не знаю зачем. Но недавно наши тиммейты собрались и собрали, собственно, один блок незерита. Тут еще дополнительно два незерслитка есть, вот, что очень даже прикольно. Но это нам не интересно, мы просто берем этот незерблок. И его, как я уже говорил, можно поставить в аду. Только мне нужно освободить приват. Да, кстати, я что-то нашел только один приват, это на фармилке, где второй мне интересно, но я могу вообще тут что-то запривать, давайте мы прям сейчас это проверим, немного отойдем, я не знаю, вообще можно ставить блок незерита в обычном мире, это мы сейчас как раз таки проверим. Я, кстати, случайно включил автоспринт, давайте мы вырубим, это что-то странно, да, и ставим. Так, это пересекает просто другой регион, вот, а у меня есть вообще он поставлен или нет именно, а ну-ка тут. Тут опять пересекает другой регион. А что тут за регион-то такой? Стоп, что тут за регион? Регион не найден, что интересно. Ну, то есть он 20 на 20, естественно, он большой. Тут приват Naked, это не мой. А, вот. Давайте прокопаем еще дальше. Ставим. А, да, максимальное количество 2. Нашел я этот второй свой арге. А, вот, так что давайте мы к нему прокопаемся. И сломаем его, потому что мне нужен арге. Вот. Как бы мне... Так, оно где-то тут. Вот. Региончики. Притом не видно даже границы. То есть мы не можем пойти и посмотреть. Может где-то тут. Границ же не видно вообще. Так, тут у меня оно до сих пор есть. Это еще искать этот арге, честно. А стоп, у меня же есть команда /RG, точно. Прикол, он тут прям. Вот. Я его, кстати, случайно добыл киркой, но все равно, короче. А, все, мы регион успешно удалили, 4 салмазика получили. Ну, окей, меня где-то недавно добывал много приватов. А, давайте напишем пошли. Я буду добывать, естественно, не один. Давай, пропишем Nether, команду net. Подождите, у меня есть с собой интерпрол? Да, /nether. Вписываем. Вот. И по одному, естественно, добывать это такой все. Вот. Я взял тиммейта с киркой на эффективность 5, естественно. Вот. Ну и будем сейчас, короче, добывать. Так, побежали. Нам нужен, получается. Ну, у нас приват есть. Давайте просто отпишем от спауна. Вот. Только жалко, что мы не сможем там поставить точку дома. Это печально, вот реально. Но, тем не менее, я думаю, добудем. Если что, есть один просто тэпается вперед шалкер, вдруг чего. Ага, там Незер, мы можем заметить. Там Незер, это... Я бы по-любому бы его слил, но как-то я не за этим сюда пришел. Знаете ли? Вот, так да, слил бы. Естественно, я такой крутой, всех бы посливал. А, побежали вот сюда? Тогда. Ну, если там занят, то типа все дела, там добывается обсидиан. Вот, то мы побежим немного дальше. Опасненько, опасненько возле спауна тут бегать. Так, /TPC. Принять. Вот, так будет уже немного понормальнее. Вот, мы сможем спокойно так бегать и ничего не бояться. Так, давайте тут спрыгнем. Да, потеряю только хп из-за того, что у меня мягкое падение. Вот. Так, пробежим куда-нибудь вот сюда. Тут есть какой-то путь. Чё бы и нет. Если что, то у меня есть две чарки. Вот, кто-то очистил чат, а у меня нету блоков, да? Ну, тут какой-то путь есть, поэтому побежали по нему. Чё нам-то? Ну, я показываю просто, как это все делается. Просто многие не знали вообще, что можно разливать тут воду в аду. Да. Так, я бы туда, в принципе, пробрался. А ну-ка, давайте. Да, мы немного по пламени, но в итоге сюда попадем. А... Такс. А у тебя есть вода? Давайте спросим. Я просто с собой не взял. Ух ты, ё-моё, так тут, оказывается, что-то есть. Ладно, я поставлю лучше сюда. Нет. Дожди. Давайте напишем. О, сейчас мы телепортируемся за водой. /home1. О, кстати, в чатике тебе больше не показываются координаты. Ох, да. И давайте мы возьмем тут воду. Где-то тут были ведрышка. Ищем их. Кстати, мистик солидный, правда, заспанился. Но зачем нам мистик солидный, когда
Мы можем добыть много обсидиана. И шалкер заодно возьмем. Естественно. Так, где-то тут были шалкер. Вот, пустой шалкер. Берем. В общем, сундуки. И также... Также нам нужны ведрышко. Два ведра, скелетики из послания. Естественно, убиваем на добычу 3. И получается, это мы тоже берем. Водичку мне. И водичку нашему мамке. Все, ТПА мамки. И ждем. Итак, мамки тут. Проверяем, воду нельзя разлить. Ставим незритовый блок. Регион успешно создан. И надержи. И давайте еще добавим. РГ, АДД, мамки 9090. Все, добавил РГ. Берем. Чё ты тут разлил? Забирай это все. Нам нужно вот так вот. И все, и пошли, в принципе, добывать. На самом деле. То есть мы начинаем тут, в принципе, добывать, и все. А чё оно не добывается? Стоп. А, пролакивает, да? Окей. Дэн ответит, что там ответить? Короче, дальше добываем. И, в принципе, я думаю, я тут не все буду записывать, естественно. Так, ну, просто как я буду копать обсидиан, это как-то тупо, я думаю, не? Вот. Так что, просто добываем. Естественно, когда ты в воде, то иногда шип неправильно работает. Вот. Но тем не менее. Просто это все добываем. Я уже не первый раз добываю обсидиан, поэтому я знаю, как тут работает. Но я не первый раз добываю. То есть я в прошлом лапе добывал, и там был приват не блоками. Вот, а тут уже приват блоками, поэтому... Поэтому да. Будет немного посложнее, думаю. Но тем не менее... Когда у нас появился приват, мы можем добыть его много-много, вот, и получается жить и радоваться жизни. В принципе, мы потихоньку, если что, лутаем мистики, вот это вот все мы, конечно же, делаем не на запись, так как постоянно записывать то, что и как я лутаю мистик вместе с командой, типа там плюс-минус то же самое, немного, правда, получше уже, да, вот. Но, тем не менее, то есть мистики на самом деле что-то нам, мы жестко не залутали, я бы сказал, вот. Кто-то там залутал элитры. Кто-то там еще что-то. Ну, вот так вот, короче. Не совсем прям жестко, но неплохо. Вот, я там залутал ботинки и нагрудник, защита 4. Все это мы лутаем в виски. Я думаю, скоро будем выходить уже в броне. Но я думаю, то, что как мы первый раз выйдем в броне, я запишу, естественно. Типа, это наш первый раз, ё-моё. Команда новичков почти, что как-никак. Так, мы разливаем воду. Давайте тут уже будем где-то разливать и копаться. Кстати, мамки только что делал гениальную мысль. Просто застраивать блоками, чтобы оно нас не дальше вниз вот сюда вот не тянуло. Вот это вот ячья. Ну, тоже неплохо, только мы этим пока что заниматься не будем. Я и так могу, в принципе, добывать. Вот. Ну, вообще, я потом, скорее всего, буду этим пользоваться, когда мне надо будет. Это хорошо. Вот. Ретро МС еще зашел. Вот кто у нас сегодня от клана? Клан Инфо. 6 из 25 участника, и при этом не онлайн, только Naked и XXC, да. Вот. В принципе, неплохо. Вот так вот. На самом деле, я могу вам сказать то, что изначально у нас были какие-то там недопонимания, но сейчас их становится все меньше и меньше. Вот. Это, естественно, круто. Ну ладно, давайте. И вот видите, тут, в принципе, многие кланы просто как бы не создают общую базу и так далее. Мы живем все вместе в общей базе. И, в принципе, я понимаю, о чем это. Ну, я видите, да? Хорошо, что у меня есть броня. Но это было странно. Я просто копаю туда, и оно как-то упало. Чё вообще сейчас произошло? Вот, я тоже не понимаю. И тут уже, получается, не разливается. Печально. Вот, ну ладно, давайте мы возьмем ведро. И наберем это в воду. Думаю, мы в первую очередь даже себе обсидиан потратим на улучшение базы. Ибо нашу базу не первый раз находили, но почему-то ее никто не хотел гриферить, я не знаю почему. Но это хорошо. Но я не думаю, что на это стоит рассчитывать, то что и дальше не захотят просто гриферить. Вот, и стоит все же укрепиться. Вот так вот. Я считаю именно так. Так что будем сейчас укрепляться, естественно, и улучшим приваты. Вот, это тоже обязательно. Так, давайте тут прокопаем. Тут мы соединимся чисто. Давайте сделаем... А, стоп, а что если сейчас создать бесконечный источник? А ну. Так, создаем бесконечный источник. И типа он будет там постоянно, да? Ладно, это была плохая идея, я думаю.
ее потом мамке застроить, но ладно. Вижу, не я один так горел, ну ладно, в принципе, мы выживаем. А, вот. И, в принципе, неплохо. Ну да, тут иногда пролагивает как-то. Ну ладно, да-да-да. Вот. Хотя раньше, когда я копал, этого не было, но я теперь буду поаккуратнее, естественно, копать. Вот. Я просто вот так вот изначально разливаю, оно разливается, и потом уже копаю кирочкой. Вот и все. Но, на самом деле, то, что у нас есть незаритовый приват, это 20 на 20, это вообще топово. Вот. И можем мы даже ей как-то заприватим базу, но мы этот лучше оставим, я думаю, для того, чтобы копать обсидиан. Вот и все. При этом наши закланцы гриферят какую-то там базу тоже, то есть занимается развитием. Но что-то мне не нравится то, что они только постоянно в минус выходят. То есть, да, они гриферят вроде как все нормально, только постоянно в минус, это не очень так-то хорошо. Ну ладно, в принципе. Ох, чем дольше гриферишь, так скажем, тем лучше для них. Только я сейчас чуть-чуть и уже все, я бы опять подгорел. Но на самом деле, да, чем дольше ты гриферишь, тем как бы ты намного прокачаннее в этом теле. Логично, я думаю. Она, кстати, никто не идет, вроде как нет. Но как вы уже могли заметить, я там видел незаритчика, который добывал обсидиан. Вот. И как бы может попасться к нам тоже вот этот вот незаритчик, просто пробежать и увидеть нас, и потом на нас напасть. И что нам? Мы, естественно, бы его слили, но мне кажется, что у меня был бы минус шлем, например, там. Ну, типа. Мамги мог бы вообще там умереть, но я там не знаю насчет его скилла ПВП. Вроде как он неплохо там ПВПшится, только не знаю, как это насчет ванильности игры. То есть он может как-то случайно там лампу, например, упасть и все. Да. Опять тот же самый баг, между прочим. Ничего, придется есть. Ну давайте сидим. Какой только ужас, да? Мне пришлось сесть зачарованное золотое яблоко. Нужно было взять с собой огнестойкость, а не зачарованные золотые яблоки. Ну ладно. Это я немного тупанул. А я могу сейчас тут как-то обсидиан добыть, а? Давай. Ага. Добыл, и что дальше? Добываем еще один обсидиан. Жесть. Где я? Ух. Жестко, короче, ребята. Так, еще нужно тут скопать обсидиан. Ага. Давай, вот тут вот. Все. В итоге, из-за того, что тут непонятно, куда было выплывать, я реально его съел. Там реально было бы много шансов, то, что я сдох. Вот. Это, если что, дичь с новыми переватами, да. Раньше такого не было, между прочим. Ладно. Теперь у меня Fire Resistance будет на 4 минуты. Не знаю, круто. Ну, скорее, это круто. Но, тем не менее, огнестойкость обычно была бы лучше. Она, во-первых, дешевле. Ну и вообще круто. Там на 8 минут аж целых дается. Ну ладно. Не знал то, что на сервере FreezeMine игроки интересуются какой-то там литературой. Да. Ну оказывается именно все так. Вот, можете сами почитать чат. Жестко. Ну тут можете просто поставить на паузу, если кому интересно. Я уже добыл как бы 1, 2, 3, 4, 5. Получается 5,5 стака, да. И в принципе, я думаю, мамки столько же где-то добыл, так как у нас абсолютно одинаковые кирки по эффективности. И, между прочим, по прочности и удачи тоже. У него кирка легенды, у меня обычно зачарованная. То есть, я сам ее зачарил. И там плюс-минус одинаковый. Да что там плюс-минус? Там полностью они одинаковые, в том-то и дело. Вот. И получается так, что реально у него тоже где-то столько же. Плюс я взял с собой шалки, чтобы, если что-то, и складировать. Поэтому, если что-то, у меня по плану мы должны добыть стак. А, точнее, не стак, а шалкер. Шалкер эти всего обсидиана. Вот так. Странно, что пишут, что не кратится. Я думал, почему-то, что на анархии завезли, типа. Логично же. Ух ты, ё-моё. Вот тут это плохо. Лучше как-то залить. Срочно. Оно же тут сейчас будет растекаться. А, стоп, это же тут же лава, по-другому немного работает. Тут она растекается так же, как и в обычном мире. Ну, это справочка. Так что да. Ладно, давайте где-то тут разольем, например, воду, чтобы это весь обсидиан тут добыть. И все. Только что мамки чуть не сгорел, естественно. Да, топ. А, но, в принципе, давайте примем его запрос на телепортацию на изи. И смотрите, у него там 8,5 хп. У меня, во-первых, уже 9,5 стака. Сколько у тебя? Успел на клан хом ТП или как? Бывает. В итоге у нас вот столько получается.
Уже больше половины собрали, еще немножечко и все. Вот так тут и выходит. Так, давайте возьмем ведро воды и наберем воду. Капец, в чате сейчас сколько отлетает людей. Только что Дима отлетел. Теперь топ ПВП по причине 2.7. А 2.7 это я вам даже сейчас покажу полностью. Это тим с игроком, использующий хранящий стороннее ПО. То есть они тим ли с читером, если вкратце. Вот так вот. То есть, если вы будете тим с читером, то вы тоже будете получать блокировку. Так что этого лучше не стоит делать. Так, давайте мы положим еще немного обсидиана. И тут сколько нам не хватает? Один стак. Ромника стак. А. Ну, короче, я думаю, можно уже заканчивать, да? Вот. Так как, ну, не хватает совсем чуть-чуть, и это уже полная фигня. Так что давайте сломаем. И заберем, получается, блок привата. Где он тут? Где-то он был тут, вроде как. А вот он, все, нашел. Сейчас самое модерное, это то, как это можно укрепить. Вот это, вот. То есть, это очень будет сложно. Я бы построил, на самом деле, новую базу. Но тут находится спаунер, который нам очень дорогой. Плюсом ко всему, тут есть еще ферма арбузов. И именно из-за этих двух факторов... Ладно, ферму арбузов можно перестроить, окей. Но вот спаунер уже никак не переместить. И нужно как-то тут... получается как-то что-то делать. Если мы перенесемся куда-нибудь в другое место, то получится так, то, что мы сюда назад не сможем телепортироваться, так как нужно два точка дома. Один, чтобы был, получается, на хоме, а другой на мистике. И все, больше нету. То есть один временный, другой постоянный. А третий не дано. И получается как-то все. Вот. Спаунер или же минус спаунер, или же как-то пытаться укреплять. Так. Значит так, смотрите, нам нужно будет просто это все обустроить обсидиан, вот и все. Это вся тактика. Так что давайте, я просто тут ставлю где-то шалкер и беру несколько стаков обсидиана. Где она? Да. Короче, в принципе, плюс-минус поняли. Один первый слой будет обсидиан, другой это вода. Вот. Из-за того, то, что тут почему-то поршни, оказывается, еще до сих пор не работают. Это странно, если честно. То есть они должны были работать, как я понимаю, но почему-то не работают. И за счет этого мы сейчас просто сыграем очень круто. Мы просто построим первый слой, опять же говорю, обсидиан, другой воды. И воду никак не уберут. И все хорошо будет. Так что давай вот так вот именно и делать. Да, нам придется много блоков сломать, я не спорю, но в итоге защитимся вот от грифа. И то я уверен, что не стопроцентно. Но, тем не менее, можно будет, в принципе, когда-то нашу базу координаты спалить, чтобы посмотреть, как ее будут сгриферить. Но это потом уже, когда уже будет, скорее всего, уже конец вайпа. Посмотрим, ли вообще ее будут сгриферить или же нет, нашу базу. Так-то. Ну, скорее всего, будут. Только когда именно? Вот это вот неинтересно. Я уже не первый раз встречал, если что, пути копания. То есть там просто много путей было прокопано. Скорее всего, экс-ращики копались, что интересно. Вот, но тем не менее, было много, короче, прокопок к нашей базе. И в итоге еще ни разу не гифили. Что просто-напросто замечательно. Ладно, и еще нужно будет грамотно заприватить это все. Естественно. После того, как мы построим защиту. Так и сейчас непонятно, что приватить. Вот и все. Вот. Ну ладно. Но главное первым делом сейчас прокопать полностью. И все. Так, тут еще попытались, точнее, уже построить автоматическую ферму, получается, зелеварение, вот, но не получилось ни у кого. Ой, сколько тут ресов. Сколько тут ресов было. Ладно, ничего страшного. Так, сундуки можно, в принципе, оставлять, там на них разницы нету. Просто я воронки ископал, так как они немного дорогие, вроде как. Ну, типа, чтобы на них уже потом не тратиться. Вот и все. Так, положим всякий кругляк. Вот. Ну и дальше сейчас будем копаться. Смотрите сейчас, какой будет фокус. Мы просто вот так вот делаем. Берем этот сундук и просто вот так. Все. И я не буду заполнять себе инвентарь. Вот так вот все простенько. Это естественно делается. И второй сундук тоже самое сейчас будем делать. Мы просто берем. Так, да. Ресы выпали. А тут не открывается, вы прикиньте. Вот это вот я не продумывал. Ладно, ладно, хорошо. Как-то немного получится, я думаю, собрать. Да, вот видите, то есть я пытаюсь открыть, но оно что-то не... О, все, получилось, замечательно. А, тут это далеко не все. Ну ладно, тогда я этот сундук положу, что нам-то. Все. По идее, да. Ну, мамки все добрал. Пускай, пускай, мне-то что. Ага, теперь скидывает, ладно. Ребята, аномалия, срочно. Тростник растет без воды в Майнкрафте. Как вам такое? Это еще написал клановый чат.
чтобы тоже все могли поглядеть на это чудо света, так скажем. Ну, вообще, продолжаем, в принципе, копать. Чё? Вот. Давайте тут. И, в принципе, эту ферму тоже придется. Хотя, нет, не придется. Или придется. Придется сломать. Ладно, ничего страшного, думаю. Главное, что посевы есть, и мы сможем заново их посадить. Вот так. Так, а можно только давайте мы это и положим хотя бы в сундук какой-то. Вот. Так, все, положили. У меня, в принципе, забитый инвентарь. Постоянно какой-то дичью. Поэтому давайте это, например, выкинем, 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 выкинем. Положим, положим. Все. И, в принципе, дальше копаем. Вот есть, правда, кое-какая проблема. Смотрите. А у нас есть палочка, да? Мы кликаем, и тут приват ретро MC раз. И тут еще вроде как приватные кита. И их всех, ну, это получается, будет сломать, да? Ну, думаю, мы справимся, ничего страшного. Хотя, я даже так подумал. Сломать даже, я думаю, не придется. Вот. Ну, вообще-то придется, чтобы перепривачивать это все, но тем не менее. То есть мы можем просто тогда срывать, и потом уже оно. Там одна дыра ничего не решит. Там просто водой это все зальется и никак, абсолютно. Блин, вы посмотрите, что я только что заметил. Это если что, ванильная генерация. Жесть. Это самое главное, мы были на один блок выше нее это все время. Ну, зато я набрал с нее воды. Вот, и это круто, естественно. Сейчас мы пойдем заливать. Короче, это, естественно, долго, но вы посмотрите, сейчас мы что только сделали. Во-первых, я выкопал пол, и тут еще поставили вот тут вот блоки, короче, да. Как-то так сейчас наша база выглядит, господи. Но, тем не менее. Итак, всем привет опять же. Я очень долго с того времени не разговаривал, но не прям чтобы день. Короче, я зашел опять со второго окна. Я, короче, тут, в принципе, жестко привачу все. Вот. Там потом перезаходил, опять перепривачивал жестко это все. Вот с приватами, вот реально, мне очень не нравится. Но, тем не менее, я вам покажу, как это все привачится. Короче, смотрите, мне сейчас дают приваты, правильно же? Ну, прям-таки сейчас. Да, оно сразу же попадается в воронку. Ну, круто. Я думаю, он понял. Все, отлично, он мне дал приваты, наконец-таки. Вот, мы берем палочку и смотрим. Тут у нас регион, да, вот 1700-7038. И тут у нас Сергей, сейчас посмотрим, как он тут устроен. То есть, вот он есть, вот, а вот тут уже его нету. То есть, тут есть, а тут нету. И тут как бы тоже его нету. То есть, оно кончается ровно на этих координатах. Чуть не спалил координаты, я вам не могу показать, на каких координатах, извиняйте. То есть, мы поднимаемся раз, потом... Получается 2с, да, мы тут должны подниматься 2с, 3с, 4с, 5, 6, и тут где-то мы должны уже ставить блок. Давайте сначала поставим. Так, сейчас подождите, я строюсь. Попробуем вот тут вот. Не ставится, тут поставилось, да? Нет. Вот тут вот уже должно поставиться. Нет, стоп, а вот тут я не понял сам. А тут притык же к моему региону. Я вообще забыл. Тогда раз, 2с, и тут отступаем еще на 7. То есть тут. 3с, 4с, 5с, 6с, 7с. Вот тут вот мы уже должны его поставить как-то. Да в смысле он пересекает другой регион? Вы что, с ума сошли? Хорошо, а если мы его поставим тут? А вот тут? Я вообще не понимаю, как это тут все устроено. Я вообще не хочу этим заниматься. Но зачем вы это сделали? Для кого вы это сделали? Это морока с приватами, господи. И потом, я не знаю, тут нигде нету региона. Какой ближайший? Может, просто на низ, и так я пробовал прямо аж до туда, тоже не получалось. И отступил я от этого достаточно. То есть, раз, два. Ну да, тут уже нету, видите, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот тут оно должно спавниться. Ставится, точнее. Он тут не ставится. Если мы поднимем не выше. Вы еще выше, чё ли? Еще выше! Да ты чё, издев... Нет. Это капец. И при этом вот я кликаю сюда, 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 сюда. Нигде не ставится. Ну, то есть там нигде нету просто RG. Ставится, может, и где-то далеко прям очень сильно и поставится. Вот. И что я могу сказать? Это плохо, это ужасно. То есть тут... Тут нету. Хорошо, давайте спустимся, посмотрим. Тут тоже повсюду по потолку нету. Да? Какого черта? Тут? Вот, видите, то есть тут регион нормально, там уже выше нету. И нам же отступить 7 блоков наверх, потому что это приват 7 на 7. Ой.
Я поставил РК, только это криво, и нам это не подходит. Хотя, давайте сейчас мы даже проверим. Может и не криво. Может так, как и надо. То есть тут его нету, это печально. Но если мы так посмотрим, да, оно ровно притык. Слушайте. А ну-ка, построимся так. Скелет по нам стреляет. Вот видите, тут пролаги небольшие. Ладно, давайте вот так просто сделаем и все. Чтобы не морочиться. И попросим сейчас кирку на шелк. Опять же, повторюсь, это ужас с этими приватами. Да, но тем не менее, давайте мы сейчас берем, скапываем. Скапываем, как говорю. Да скапываем, как говорю. Вот. Ставим тут где-то блок. И тут ставим. Вот так. Регион успешно создан. И в итоге смотрим, как оно криво заприватило. Оно не криво, кстати, заприватило. Это классно. Да, оно ровненько, прям ровненько заприватило. И низ нормально. Это хорошо. И дальше нам нужно еще один такой же приват плюс-минус сделать. То есть мы берем этот блок. Так, отличненько. То есть нам нужно еще выше подняться. Блин. Давайте мы тут скопаем вот так. Почему? Что с этим сервером? Так, давайте запомним. Оно тут, то есть мы раз, два с... Так, подождите. Раз, блин. Да что за фигня? Раз, два с... Получается. Три с... И нам нужно копать это. Да, а, 4, 5, 6 и 7. Вроде как тут. Да. Мы проверяем, да, все правильно. И теперь тут ставим куда-нибудь алмазную руду. Немножечко сюда. А куда? Сюда, что ли? Я не пойму, ну я не могу это понять. Как это работает? Эу! Ну то есть тут раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. Тут должно заканчиваться. Чекаем. Оно не закончилось? А, оно не закончилось. Я что-то тут подумал, то, что закончилось. И тут теперь раз, два. Я, короче, много путаю эти все приваты. Пока что не привык к этому всему. Да. Еще то, что сервак лагает, это печально. То есть мы... Тут раз, два. Теперь три, четыре. 5, 6, 7. То есть мы вот тут вот должны это поставить, правильно же? Давайте на всякий случай тут и тут вскопаем. Так. Не поставилось, если тут. Регион успешно создан. И в итоге проверяем. Да, тут оно переход как раз таки вот тут, да? 79 и 80. И потом добавляем всех игроков. То есть, слэш, RG, member. А, нет, точнее просто RG, ADD и пишем ник. Например, D... Неки 2940, вот. Можно даже так. И все, Неки добавлен в регион. То же самое можем сделать с Дэн 2007007038. Отлично, и все, всеми остальными. А, забыл сказать то, что, смотрите, мы стоим сейчас на вот это вот, а тут никого нету. И нам мы заново просто прописываем на другого тоже. Вот так. И мы уже два игрока и туда добавили. И после того, как полностью добавили, мы чекаем, кто у нас где. То есть тут у нас, как можете заметить, все идентично. Вот, можете где-то ник, поэтому ошибиться, ну, ником, поэтому лучше проверять. Вот, ну ладно, мы спускаемся назад, так как мы с этим закончили. Потом, если что, я все застрою, естественно. Так, я вижу, тут кто-то буянит. Нет. Ну, я что-то слышу, ладно. И давайте скинем, например, Некиту это шелковое касание. Ну и, естественно, что у нас тут еще есть? Вот это вот, например. Что интересно, я могу на изи, типа, играть с помощью двух аккаунтов. У меня есть два Майнкрафта на ПК, того, что Bedrock. И я могу просто два раза, ну, типа, два просто запустить и все. Из двух играть. Так, ладно, тут вписываем свой ник Дэн. Так, Дэн 2007007038 на изи чисто. Вот так вот. И теперь просто вот так вот заходим. IP-порт меняем на 3.4. И потом назад на 3.3. Вот, и теперь она появляется в друзьях. Все, заходим. Это если что, просто чтобы не уходить в Xbox Live, так как если ты вошел в Xbox Live, то ты не сможешь играть с двух аккаунтов на сервере. Как-то так. Вот, я этим воспользовался, и опять, я перед началом игры на сервере не уходил вам зарегистрироваться. А вот тут я не понял.
А, я ввел 3-0 вместо 2. Да, я сам виноват, поэтому мы выходим отсюда. Как вы... О, все, выходим. Замечательно. Да, я вместо 2 нулей просто вписал 3. Такое тоже бывает. То есть мы заходим, профиль. И тут 3-0. Не, у нас двое только нулей. Чё, сори. И опять то же самое делаем. То есть вместо 3-3, 3-4. И теперь обратно 3-3. Чтобы оно появилось в друзьях. И теперь заходим. А я вам показываю просто, как заходить без Xbox Live, если вы не можете, там, например, да? Вот. Это все на изи делается. Но если вы хотите зайти на какой-нибудь кристаллик, то у вас это не получится. То есть это тоже нужно учитывать. Так, мы куда-то где-то заспаунили жестко. Ну, остается тебе просто застроить нашу базу. Тут лучше дырку, я думаю, оставить. Так, ладно. Давайте мы теперь просто ставим потолочек. Только знаете ли, потолок. Давайте, ладно, тут мы и поставим блок. Так уж и быть. Вот, и тут мы просто вот так вот делаем. Дырочку оставим. Даже если сюда попадет динамит каким-то образом, то это ничего не повлечет за собой. Вот, мы если что там обустроим, все нормально будет. А, ладно, ну, например, воду разольем. Почему бы и да. Короче, надо будет реально что-то с этим придумать, но... ну, типа с дырочкой. Ну, тут хотя, что тут придумать, господи. Мы делаем, знаете как? О, тут как бы и полублок, все правильно. Мы просто делаем вот так. И вот так. Все. Ну и там просто нужно будет тоже поставить обсидиан и сверху еще немного завалить. Короче, ладно, все, мы с этим расправимся. Там на изи сделается это все. Вот, а теперь просто потолочек. И потом еще сверху потолочка водичку надо будет. Знаете ли, водичку. Обязательно с бесконечными источниками, ибо тогда нашу базу просто-напросто загриферят. Можно сразу же в несколько слоев даже. Ну ладно. Пока что мы с этим заморачиваться, думаю, не будем. Так. Давайте, ладно, мы тут ломаем булыжник, который я поставил. Вот. Ну и нужно сначала, наверное, слой обсидиана, чтобы потом уже на него становиться и разливать водичку. Поэтому мы начинаем его ставить. Вот и все. В принципе, как вы могли заметить, каждая серия все масштабнее и масштабнее. Вот, так как, ну, в принципе, самое простое мы уже поделали, и теперь только вот так вот как-то. Но, тем не менее, я думаю, это заслуживает вашего лайка. А так, берем новый обсидиан. Вот реально, если вы не будете ставить лайки, то я это закончу выживание. Так что не расслабляйтесь, так скажем, ставьте лайки. Вот, а то вы забываетесь постоянно, а тут теперь реально важно. Если вы не будете ставить лайки, то это просто-напросто закончится. Вот и все. А то что мне записывать-то, если лайков нету, а? Если никому это не нравится. Я лучше тогда пойду там что-то другое запишу. Вот так. Так, ладно, давайте мы достроим. И тут, ну, эту кабинку мы также застраиваем. Вроде как из обсидиана мы уже все застроили. Да, посмотрите, как только наша база преобразовалась. На самом-то деле это мне было делать лень. Но я понимал то, что это все же нужно сделать, ибо нашу базу уже неодноразово находили, и тогда будет в будущем, если что-то хуже. Так что да. Мне остается реально только залить водичкой. И чтобы залить водичкой, знаете, что надо делать? Надо раскапывать там все. Поэтому мы опять же это обсидиан ломаем. И смотрите. Тут как бы надо раскопать. Да. Тут именно надо раскопать. Так, тут я думаю... Хотя и тут надо тоже раскапывать, к сожалению. Но тут нужно немного застраивать из обсидиана, да. Короче, сейчас все увидите. Смотрите, мы тут раскопали. И тут далее просто... Ставим вот так. Да, просто ставим вот так. Также. Нужно как-то там сделать хотя бы бесконечный источник временный. И тут мы можем уже разливать. Так что мы делаем вот так. И мы делаем вот так. 55 секунд мистик. Да, тут мистик, но я на него не лутал. Не пошел лутать, ибо если я пойду лутать, то я забуду, что я тут просто-напросто делал. Так, тут ставим водичку. Еще одну водичку. Да, я не скелет, ну блин! Я же не скелет, алло! Что делать? Придется что-то раскапывать, да? Ладно, раскопай этот обсидиан. Вот так вот, и что дальше? Давайте дальше вот так просто сделаем. Так, назад вернем обсидиан. Так. Вот так, и все. Скелетики, скелетики, давайте не сюда. Да, туда, куда-то плывите. Стоп, я забыл, зачем я туда шел. Ладно, сейчас наберу. Что нам-то? Да, вплывайте туда. А мы идем вот сюда. Все, набираем бесконечного источника. И разливаем куда-нибудь вот сюда.
Да, и далее просто тут набираем. Проверяем, да, все правильно набирается. И тут мы уже можем просто-напросто застроить это все. Ну и все, теперь у нас тут есть бесконечность точек, мы просто его расширяем. Ну и что-то тут уже будем делать, наверное. Да. Но тем не менее, то, что мы взялись за это дело и реально сделали тут вот такую базу. Я уверен, то, что ее загриферят. Вот, могу сразу же это сообщить. Я в этом почти что уверен. Как почти что? Ну, уверен, да. Кстати, тут у нас получается вот такая вот, что тут тоже еще не залито ничего. Поэтому, скорее всего, даже тут нужно еще заливать. Так, поэтому начинаем это тоже делать. Короче, я не знаю почему, но тут нужно, видимо, послойно делать бесконечные источники. По-другому они почему-то просто-напросто не делаются. Так, мы там разлили. И давайте еще разольем где-нибудь вот тут. Да, и дальше просто... А, мы должны вот тут вообще-то набирать. Эу! Я теперь вообще нигде не могу набрать. Это что такое? Как это тут работает, господи? Все, я сделал наконец-таки нормальный бесконечный источник. Чтобы было хорошо. То есть он находится вот тут. Да. Короче. Жестко. Так, тут подышим еще немного. Отлично. И давайте вот тут вот наберем. На самом деле, все сложно это все делать. Почему-то мне. Может, кому-то и не сложно, но вот лично мне вот реально сложно как-то. Ужас. Вот мне интересно, есть же люди, которые постоянно это делают. Мне интересно, как они ускоряют этот процесс просто. Вот, и вот так вот постоянно, ну это же ужас. Ну вот реально ужас, просто по-другому и не назвать. Вот. Так, давайте тут наберем, тут поставим, ну и так далее, короче. Короче, да, Марокко и не только, реально. Но, тем не менее, мы стараемся что-то тут-то и делать. Так, разливаем тут. Тут появился бесконечный точек, да, появился. И все. И дальше это все делаем. И я так понял, если снизу нету бесконечного источника, то он вверху просто не будет тоже напросто делаться. И все. Так что надо постоянно снизу делать тоже бесконечные источники. Эх, тоже еще заниматься и этим, к сожалению. Но реально придется так. Все нормально. И разливаем, в принципе, сюда. Так, хорошо, мы сюда залили. И понимаете, это еще бока делаю. А там еще есть, в принципе, верх. Но верх, я думаю, там будет намного легче. Вот. Поэтому ладно. Но вот именно бока это самое такое сложное. Видите, почему тут оно не случилось? Почему тут не работает бесконечный источник? Эх. И вот так вот как-то и делается это все. Так, набираем. А чё он не набирает? Ну вот... Вот тут я не понял. О, набралось. И делаем как-то вот так. Еще тут набираем. Тут какой-то бесконечный источник, видимо, точно есть. Так, давайте подышим. Ну вот так, вот отличненько. Дышим, дышим. Все нормально. И далее просто разливаем. Ну, блин. Так вот делается, естественно, это плохо. Тем не менее, реально что-то делается и что-то расширяется. Вот и все. Ну вот видите, я сейчас тут взял, не получилось. А тут вообще не могу. Ой, что я случилось, что я сделал? Вот тут эти не могу их его набрать. Почему? Ладно. Ну, в принципе, сейчас уже немного ускорилось. Я просто вот так вот беру и все. И вот так вот делаю. Ну вот это был какой-то ужас, какой-то кошмар. Ну, сейчас уже немного полегче. Вот, за счет того, что снизу есть водичка с бесконечными источниками. Так, это не должно было там быть, ну ладно. Так, давайте заберем, чтобы было хорошо. Тут тоже раз... А, зачем я тут разлил, если тут и так бесконечный источник? Хорошо. Теперь просто набираем. Тут мы ставим. Немного не так. А что самое крутое, это все, если что, в привате, это вода. Вот, правда, опять же, поршни только недавно добавили крафт. Ну, в принципе, до этого они тоже должны были работать, но ключевое слово должны были. То есть они работали, но поршни сами добыть было никак. Сейчас, в принципе, это все исправили. Молодцы, ребята. А, только... Вот, да, создался наконец-таки. А то не создается, да и не создается этот бесконечный сночек. Заколебал он уже. Вот. Ну, как было бы сложно без него, тоже, да. Опа! Давай, давай, мы что-то нашли. А что есть? Блин. Кажется, моя тактика сломалась, не?
Ну, это неплохо. Из-за того, что это предпоследний уровень, то мы можем вот так вот просто-напросто делать. Реально. Так, ну тут немного по-другому. Вот. Вот сюда вот разливаем и так далее. Блин, это немного не то. Вот так. Вот так. Что если мы прямо вот так вот разделим? Да, тут просто не, оно не появляется. К сожалению. Доливать. А, ну, кстати, с одного ведра воды, или же там с двух, я сделал много. Эх, если бы так можно было бы в реальной жизни. Сколько у нас было бы воды, да? Правильно же я говорю, ребят. Но, тем не менее. Просто далее разливаем и все. Вот. Тут должен быть бесконечный источник. Я же прав? Да, я вроде как прав. Нормально. И, в принципе, остался только последний уровень. Ну, как последний. Можно сказать и так. Так, хорошо, тут он есть, и теперь остается только там. Набираем где-то тут. И плывем сюда. Все. Так, сюда мы, естественно, тоже заливаем. Куда без этого же. Вот, и, в принципе, там еще скелетики заспавнились. О, тут. А почему оно не набралось? Во, нормально. И тут мы заливаем водичку. Так, еще. Просто оно в воде, если ты набираешь, то только там, где ты стоишь, оно набирается, если что. Если кто не знал. Вот. Так, мы разливаем сюда тоже, чтобы тут появился хотя бы бесконечный источник. Вот. Замечательно. Такс, 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 тут еще заливаем. Не, вообще, на самом-таки деле, может кому-то это может понравиться, эта затея, типа вот так вот постоянно делать. Реально. И может есть такие люди, я не спорю. Но лично для меня это, во-первых, может что-то новенькое, из-за этого для меня это плохо. Вот. Я не могу поспорить с этим. Но тем не менее. Вот. Если что, я до этого играл на Нархе только на 2B2T, то с читами, на самом деле. Вот. Летсплей, опять же, есть на моем канале. Просто в плейлисте можете найти. Там 2B2TPE называется. И можете там посмотреть, как я вышибал. Очень интересно. И тогда я, правда, записывал на телефоне. Так что за качество не ручаюсь. Вот. Ну, она там вроде как все равно неплохое, поэтому все равно, да. Но я его еще записывал 2 года назад. Так-то. Но если кому-то интересно, на самом деле. Так как там много всяких построек интересненьких, которые я посещал во время этого выживания. Так что реально. Ну а мы тут, ну, почти что закончили с боком. И у нас еще есть верх. Да. Ну и сколько я на это потратил? Очень много, в принципе, времени. Только на то, чтобы нас не загрифили. И то не факт, что нас, ну, прям не загриферят. Нас могут загриферить. Но есть еще одно но. В нашем клане постоянно кто-то в сети. Ночью, утром, днем, вечером. И из-за этого нас будут чисто теоретически сложно загрифить, то есть ресурсы самые важные. Потому что у нас постоянно кто-то в сети, если кто-то с нам придет, он просто быстренько все прячет куда-нибудь. Вот и все. Так что, да, в принципе, с этим тоже у нас есть. Вот. В нашем клане хоть и мало участников, ну, по меркам чьим-то, но они, тем не менее, все равно постоянно в сети. Так, давайте мы еще тут где-то. Ну, вроде как все, по бокам я полностью все разлил. Правда, есть тут, но мы дырочку просто эту закроем и все. Чего тут еще? Да вроде как все. Да даже если есть дырки, то я не думаю, что там что-то будет. Ладно, все. Плываем просто наверх. Вот так вот делаем. Оп-оп-оп, жестко меня оттамажит и все. И остались только вверх. То есть тут нам нужно все раскапывать, если что. Это еще долго. Ну ладно. А еще я только что посмотрел, у меня видео идет 43 минуты. А скорее всего я где-то забыл включить паузу или же вырубить. Короче, посмотрю. Но сейчас все нормально. И вот. Возможно, мне придется что-то в монтаже уже доделывать. Но ничего страшного, я думаю. В принципе, рендер это все долгое дело. Мне не нравится рендерить, типа там реально очень все долго. И ты за этот рендер, как пока рендерится, ничего не можешь еще сделать. Ну, такого глобально, например, запустить Майнкрафт. Тот же самый, да? Вот, так что да, и мне еще нужно как-то скапывать, наверное, 2 блока. Хотя подождите, а что мне мешает скапывать в 1 блок? Я что-то про это вообще не подумал. Хорошо. Давайте мы сейчас наберем ведро воды. Ой. Ну опять я сюда попал, ну господи. Короче, иди гуляй. Я тебя временно застраиваю, наверное. Это не точно. Да, скапываем, короче, этот блок, чтобы поплыла ко мне водичка.
Вот. И назад настраиваем. Так, и теперь просто плывем вот сюда и собираем бесконечный источник. Да, нет, я не хочу туда падать. Просто вот так вот сделаю. Ладно, временно. Временно это вынужденная вера. Вот. Ну и давайте тут тоже застроим, естественно. Ну, теперь мы далее просто делаем вот так. Нет, точнее, не вот так, а вот так. И... Ага, а тут у нас уже что-то есть. А это я не продумал. Прикиньте. Так, ну и все. Просто вот так и вот так. Ну и все тогда. Блин. Ну, короче, да, можно скапывать, только у меня тут неровности. Поэтому, к сожалению, эта тактика отпадает. Так, ну вроде все раскопал. Далее нужно тут, в принципе, все заливать. Я полубок буду изначально заливать, наверное. Так, тут заливаем. Ну и вот так вот просто будем делать бесконечный источник на этом полубоке. То есть это переход между тем и тем. Это называется, типа, я его называл полубоком. Не полублоком, а полубоком. Ну, короче, да. Так, полубок, и опять же, я все залил. Ну, полубок, полублок. Я не знаю, почему оно так рифмуется. А, ну и теперь остается только залить. А, кстати, почему-то бесконечного точка нет. Ну ладно. А, и остается просто только залить тут. Да. Так, тут делаем бесконечный точек. А, это еще не бесконечный. Нужно вот так. И это еще даже не бесконечный. Это нужно еще сделать вот так, я так понимаю, да? Еще нужно изразить куда-нибудь вот сюда. Все, теперь это бесконечный точек. Наконец-то. Нет, это не бесконечный. Что творится? А как? Вот, все, теперь тут наконец-таки бесконечный, и оно будет разливаться дальше. Замечательно. Так, и остается просто только как-то его расширять, пытаться. Вот, оно расширяется. Да, просто нам нужно вот так вот разливать. И все. На самом деле, если вы не знаете, как работает тут вот эта вот водичка в Майнкрафте вообще, в целом, то я думаю, вы не сможете построить подобную ферму. О, не ферму, точнее, извиняюсь, а базу, которая, в принципе, будет защищенной. То есть вам нужно сначала разобраться с механиками Майнкрафта, прежде чем такие подобные базы делать. Вот. Ну а мы, в принципе, тут все заливаем. Так, можно вот так вот, да. И тут еще заливаем вот так. Так, и тут наконец-то бесконечные источники, так что мы можем тоже их тут набирать. Вот. Ну и тут заливаем, естественно, тоже. Так, давайте мы еще прокопаемся сюда. Так, я хочу туда пробраться. Да, тут же еще нету ничего. Вот, и нам нужно тут тоже это все делать. Ну, вроде как тут, да, расширяется просто бесконечность точек, и все нормально. Да, так что мы просто его будем расширять до конца. Вот видите, с одним ядром вот, вот так вот за раз сколько взял. Так, ну, точнее, сделал бесконечным источником. Давайте наберем сюда, 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 и вроде как сюда, последний. Все, в принципе, тут все есть, да, вы видите, оно делается бесконечным, опять же. Вот, и последнее, что нам остается, это запомнить вот это вот все. Ну, то есть заполнить блоками. Еще я предлагаю как бы застроить наш приват обсидиана. Поэтому мы ставим его тут, мы ставим его тут. Поднимаемся сюда. Ну, и давайте тут, естественно, тоже поставим. И вот тут вот мы тоже, в принципе, ставим. Все. И просто вы зацените на это. Да, все, в принципе, наша защита готова. Теперь остается только прописать слэш хоми 1 и подождать. Алло, а почему точка... Понял, наверное, из-за урона. Поэтому прокапаем просто вот так вот, срочно. Вот, и все, дышим. Ох, конечно, из-за того, что урон я получил, я теперь не телепортировался. Ладно, мы делаем вот так. А, ну-ка, можно назад? Вот так, спасибо. И хоми 1. Тут, естественно, мы это открываем, чтобы скелеты попадали. Ну и все. Так, остается только вот сюда, вот, наверное, блок какой-то поставить. В итоге, зацените нашу базу. Вот она какая получилась, ребят. Ну, это топово. Дело, естественно, это довольно-таки долго, поэтому я думаю, это заслуживает вашего лайка, подписки. А вот, ну и все. С вами был я. Меня зовут Аут, и теперь у нас реально вот такая вот база крутая. Ё-моё. Только нужно еще, наверное, что-то сделать с лестницей. Ладно, тут она и так уже прокачана, и все нормально. Все. Удачи и пока.